Всем привет и добро пожаловать на мой проект «Записки на 300». С вами Мила. Это в Черногории зима. Сейчас ноябрь месяц, но дни чередуются. Сезон дождей, идут дожди и холодно. У нас в горах вообще плюс 10 холодно. А когда спускаешься на побережье, то вот в таких вот местах, где белые камни, они как отражатели работают, и поэтому на пляже тепло. Вот реально, я сижу, и мне жарко. Я накинула вот эту кофту, потому что, ну, я вниз спустилась с горы. А, ну, и для того, чтобы... Это же все-таки YouTube, я должна быть прикрыта. Так что, конечно, кто хочет без кофты, то welcome to my Patreon. И вот такой вот контраст погоды. И что здесь нравится? То есть те, кто хочет приезжать отдыхать, например, не летом, а у кого-то получается отдохнуть, но только глубоко осенью там или даже зимой, то вот такие контрасты есть. Можно спокойно сейчас вот так вот раздеваться, ложиться и реально загорать. Ну и те, кто любит холодную погоду, в принципе, даже можно плавать, потому что температура воды вот осенью, она еще достаточно такая, что в ней можно плавать, но тем, кто закаленный. Весной, конечно, нет, она больше остывает, а осенью это вполне возможно. Так что вот такой вот можно себе сделать отдых, когда солнечный день. Ложишься и загораешь. С вас лайк, подписка. Жду, конечно, на своем Патреоне. И ваши комментарии. Что вы по этому думаете? Как вам такая зима? Пока-пока!